И опять оставляет Дешайбу армейцу у себя. Слепышев назад на защитника. Бросок перед собой отбивает Еременко. И это гол с разворота. Как там дают бросить? Непонятно. 3-3. Видите, как ЦСКА начинает? Минуту сыграли, а уже забросили армейцы. Ну все же четко. Вошли в чужую зону. Дальше там поборолись. Несколько бросков. Подборы тоже были за армейцами. Ой, как дальше тяжело будет динамовцам. Ну просто потому, что 3-0 вели и уже 3-3. И так вот со старта периода. Кстати, вот тут вот не смогли отбросить ее. И опять Слепышев подбирает. Ну и, конечно, как Карнаухов разворачивается.